За нашими спинами играет футбольный клуб «Золотой», и мы нашли человека, который совсем недавно защищал цвета этого клуба, Максим Ходин. Максим, ну вот какие воспоминания остались о «Золотом»? О «Золотом» воспоминания только хорошие. Много с этим клубом выиграл, добились многого. И, в принципе, я всем доволен. Из тех, кто сейчас играет, кого ты знаешь, с кем ты поддерживаешь связь, или команда уже обновилась? Команда наполовину обновилась, но я поддерживаю связь с ребятами. Ростислав Певнев, Герман Пятников, Стас Яблоков, Дмитрий Дробыш. Мы с ними в хороших отношениях. Пятников – лидер «Золотого»? Да, однозначно. Нечего добавить, он душа команды. Ну, такой немножко провокационный вопрос. «Золотой» действительно фаворит этого чемпионата, как ты думаешь? Один из. Кто главный? Ну, я не знаю, я бы поставил на какую-нибудь московскую команду еще, «Золотого». Ну, подвел меня к этому вопросу. Максим, какие шансы у «Порта»? Давай вкратце. Команда собралась хорошая, я думаю, если все сложится, то будет все хорошо. Кто сильнее, «Портер» или «Золотой»? Не могу сказать. Команды и та, там, ну, подобран хороший ряд исполнителей, и все решится только на поле. А что больше нравится, Москва или Санкт-Петербург? Москву особо не знаю, не часто здесь бываю, поэтому пока Санкт-Петербург. А тут уже едешь на игры, правильно? Или где сейчас живешь? Сейчас живем в районе Парка Победы. Нет, ну, вы здесь, ты говоришь, недолго. На постоянном месте сейчас? Уже в Москве на постоянном? Нет, приехал сюда. Из? Из Санкт-Петербурга. Вот, из родного города Санкт-Петербург. Родной город Саратов. Да, Максим еще выступал за Саратов. Максим, спасибо, удачи на играх. Спасибо.